Действующий мусорный полигон быстро заполняется отходами жизнедеятельности, тогда как основная их часть может подвергнуться переработке. Канские контейнеры для сбора вторичного сырья начали появляться еще с лета. Сейчас подобных площадок уже 19. И к этой теме подключаются все больше частных предпринимателей и организаций. Но готовы ли сами горожане к раздельному сбору мусора? И как они относятся к такой инициативе? Я думаю, нужно все отдельно. Я вот была на Востоке, в Уссурийске. Там постоянные вот эти вот большие, полные этих... бутылок. Вообще бы я с удовольствием разбирала, где бутылочку положить, где, да. Однако нашлись и те, кто относится ко всему этому весьма скептически. Наш народ не приучен. Посмотрите, вот мы живем во втором северном. У нас под аркой недалеко сделали мусорку. Ну и что вы думаете? Выходят, вот бросили под аркой мусор и пошли. О чем может говорить? Какая культура? За свой счет частные предприниматели, а также различные организации города устанавливают по Канску контейнеры для раздельного сбора мусора. Но каковы перспективы у данной идеи? Чтобы заниматься раздельным сбором отходов, собственники должны получить какой-то от этого результат. Недостаточно, конечно, воспитания, начнем с этого, да, воспитания, но всех жителей призываю к раздельному сбору отходов. Но если мы призываем к раздельному сбору отходов, то значит они должны в своих платежных документах на вывоз твердых коммунальных отходов увидеть уменьшение стоимости, как минимум уменьшение стоимости. Я считаю, что правительство должно принять на законодательном уровне, что вывоз твердых коммунальных отходов должен производиться за фактический объем, а не по нормативам. Местные власти для решения проблемы привлекают бизнес-сообщество. Кроме установки стационарных контейнеров для раздельного сбора мусора около многоквартирных домов, ими рассматриваются варианты развития в городе сети пунктов приема вторичного сырья за вознаграждение. Речь идет о самых разных видах, начиная от приема макулатуры, пластиковых стеклянных бутылок, заканчивая металлоломом. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.